Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас есть белая мгла, и здесь довольно все непросто. Так, у нас есть Уртинотериум. Уртинотериум, да. Ну и все время ассоциация Атриум. Так, противники капец какие сильные. У всех по пятерочке и удар по полторушечке. У меня таких вообще нет. У меня нет таких. Реально, ближе всех это вот Гиенодон, Мамонт и Гасторис. И то они все слабее. Это просто капец. Просто капец, будем что-то пытаться сделать. Да? У нас еще дефицит. Вот я Бронтотерия 20 сделал. Надо делать еще Бронтотерия 30 делать. Или вообще 40-го. Потому что у нас немножко печалька с этим. С Бронтотериями. Так. Так, так и так. Ну, если будет Бронтотерия, он будет быть 500. То есть, по идее, за... Ну, за 2 пробивает. Так. Ну, а если... Вообще, тут вопрос, подменится он или не подменится. Вот в чем вопрос, ребята. Так, ну, может, тогда возьмем... Гасторниса. Он тогда точно подменится на Синоцера. Синтетоцераса, ё-моё. То есть Синоцератопсом уже хотел сказать. Это же было в начале, когда Синоцератопс появлялся, да, что он будет из Синтетоцераса делаться. Была там ошибочная такая мулька. Так. А вообще можно сделать что? Кто сильный против Мегистотерия? Против Мегистотерия сильный будет... пещерный, ну, точнее степной, блин, ну там нехорошо получается. Получается нехорошо, ребята, потому что если мы возьмем степного, то против него будет сильный и Синатоцерос. Короче, они стоят в правильном порядке, так сказать. Так. Ну, если я возьму Гасторниса. Короче, перед такими боями нужно брифинг проводить. Ладно, взял Гасторниса, он подменится на Синоцераса. Там пойдет Гиенодон. И Мамонт, что ли? Не знаю, давайте будем как-то пытаться выкрутиться. Ну вот, так тут можно и продемажить. Кыш отсюда! Так, сейчас нам прилетит столько же, да? Ну, конечно. Блин, резкий как понос. Но мы не выдерживаем даже одного удара. Нехорошо, конечно. На один, да? Нет, на два, молодец. Очень резкая тварь. Это резче, чем адский кабан, как по мне. Ну что, на три, а? На три идешь? Молодец, то какой. Знаете, как олень, да, действительно, олень бьется головой в стену. Я его не пробью, да, за два? Ну, давайте еще такую фигню сделал. Хотя, сменился. Черт, он меня пробьет сейчас. А-а-а, нам фартануло, ребята, он нас не пробил. Так, а я вообще-то что я делаю? Что мне тут мамон делает? Кем я хотел Уртинотерия убивать-то? Кто знает? Еще попал на эту фигню. Нехорошо получилось. Так, а ему нужно бить. Ну, нормально нужно бить. Он подменил. Нет, не подменился. Это у него по нулям, да? Так, но у меня птичка-то раненая. Так, этого я пробил. Теперь что мы делаем? Что мы будем делать? Давайте думать. Стоит ли защищаться или не стоит? У нас как раз преимущество против этого красавчика. Давайте раз, два, три сделаем. Мы раненые.
Надо было два поставить. Нет, не надо было. На один! Подлец. Придется его сливать. На пять. Ну, сволочь-то такая пирогатая. Эх, у него будет 5. Вот я боюсь, что я один не выдержу. У него удар. Полторушку. Не, я выдержу. Давай, давай, атакуй. Я в тебя верю, Мегистотерий. Верю. Мой Геенодон круче. На 4. На 4. И этого достаточно. Мы победили. Блин, ну это не бой, это, ребята, это издевательство. Напряжненько. Очень напряжненько. Но я всегда стараюсь первый бой провести как можно более слабыми динозаврами. Ну, то есть, взял двоих сильных, одного слабого, чтобы был запас на второй, на третий бой. Ух, блин, не знаю, как мы будем тут бодаться. И опять у него три разных, это очень плохо. Это очень неудобно. А, если я сделаю вот так, он подменится на Индрикотерия. И потом будет идти Индрикотерий. Индрикотерия я могу пробить, допустим, мамонтом. Ну, у него появится потом этот же олень. И он, скорее всего, подменится на Мегистотерия. Вот тут даже не знаю. Пещерного нужно брать еще одного походу. Да. Так, ситуация трагическая. И все они, как видите, вообще 6000. Это караул, ребята. Ну, допустим, так. Он подменится на Индрика... На Мегатерия. То есть они вот так вот поменяются местами, получается. Не-не-не-не, на Индрикотерия. На Индрикотерия он подменится. На Индрикотерия. В каком мне порядке их просто, я думаю, выстроить? Ну, тут нет удобного порядка, потому что они все разных стихий. Еще раз. Так, поздно вечер у меня тут. Если у нас пещерная Титанобоа, то он подменяется на Индрикотерия. Ну, это кое-как. Это какой-то вариант повеселее. Ну, ладно, пошли, пошлите так, ребята. Просто, чем мы будем сражаться на третий бой? Ай-яй-яй, наверное, зря, не стоило атаковать. Так бы я за два удара его мог пробить. А так придется три бить. Ну ничего, ничего, ничего. Мы выдерживаем еще один удар. У него сейчас будет 5. А он один балл себе приберег, да? Не хочется бить один удар. А он поставил его в защиту. Нет, не поставил. Ха-ха, фартануло. Не фартануло. Как? Я же смотрел, получалось вроде бы, блин. Бывает, смотришь на следующий удар и фигня получается. Ну, конечно же, на 3 взял и пробил.
Это же у него еще не все, у него же балл еще осталось, по-моему, да? Ну да, 5. Блин, он сейчас подменится и меня завалит. Надо было 3 поставить. Да, блин. У него 5 было, он атакует на 2. Так, что-то с этими подменами у меня какая-то лажа получается. Полнейшая при том. Не, мы тут слились вообще по полной. Шанс мизерный. Ну все вроде так правильно, как бы получилось, но... Опять один балл. Вот это самая жесть, когда у противника остается 1 или 2 балла. Ну, 4. Да, он 1 балл оставил Индрикатерию. Он сейчас нас на пятерочку атакует. И тогда мы победили. Блин, это, ребята, неимоверная победа. Просто шедевр. Шедевр! Чё-то я как-то шедевры много делаю тут. Это видео вообще достойно 100 тысяч просмотров за такой-то бой. Ух! И не надо писать, что мы перед боем там долго думаем и обсуждаем. Тот, кто не может так подумать, тот проигрывает. Так что... Так надо. Так. Мамонт. Это хорошо. То есть этот бой полегче. Здесь 2 одинаковых. Но у меня пещерных нет, вот в чем дело. Я сделаю так, он подменится. Подменится на пещерного. А что там Брантотери может сделать-то? А что сделать так, чтобы он не подменялся? Чтобы он не подменялся, нам нужно поставить какого-то слабого. Если я поставлю, допустим, первым... Вот этого, но он его пробивает легко. Это не актуально, потому что я не могу пробить его никак. Ну вот если бы был у меня 30-й носорожек-то, Брантотери, то было бы все хорошо. Блин, он реально за 2 удара меня пробивает, ну ё-моё. На трёшечку, да? Давай на трёшечку. Молодчиночка ты мой. Давайте сейчас посмотрим мы на это, 1000. Мне мамонта нельзя терять. У него 1 балл остался. А я не могу его пробить. Мне нужно бить на 4 минимум. А если я подменюсь, у меня не останется. Раз, два, три. Раз, два. Еще тянем. Ай-яй-яй-яй-яй, я думал у него 4. Блядь, ну нам, блин, ребята, нам дико везет. У него 1 балл остался. На тебя, вот так вот, именно жопой повернись к своей удаче. 5 ударов. Атакует всего лишь на 2.
У него 3 балла. Естественно, его атаковать вообще смысла нет никакого. И теперь все, 7 ударов, а ему нужно проатаковать всего лишь на 6. И ситуация, опять же, все на волоске. Не так плохо, как могло бы быть. 1 балл у него есть, это мы помним. Он покойник. И 1, 2, 3. Если у него будут 5, мы выживем. У него будет 5. И мы в любом случае победили, ребята. Кто не поставил лайк, тот... Есть такое видео про маленький волнистый попугайчик, сидит на кране и говорит, кто чай не пьет, тот чмо. Вот кто лайк не поставил, то же самое. 3. Yes. Это чертовски сложно. Это, наверное, один из самых сложных боев кайнезойскими у меня на памяти. По-моему, сложнее не было. То есть здесь все 3 боя были дико сложными. Ради стегозавра. Ну нет, на самом деле мы сражались здесь ради интереса, ребята. Ну, конечно, такие боя до сих пор поддерживают интерес в этой игре. Вот так вот. Так, ну, это барахло я сейчас пройду уже за кадром, ребятки. На этом всем пока. Всем спасибо за просмотр. Осталось совсем чуть-чуть.